because I have neighbors. It's night over here, so they wouldn't be happy. They can call the police. I don't want that to happen. So can you hear me? Wonderful. Thanks. Wonderful. I'll take that as a yes. So can you see my screen? Give me. Yes. Excellent. So okay. Давайте я перехожу на русский. Я сначала всем доброе утро, хотя здесь это ночь, здесь в Калифорнии 10 ночи, поэтому я заранее извиняюсь за любые, может быть, какие-то недостатки в моем докладе, из-за того, что я очень устал уже. Странное время, чтобы участвовать на конференции. Но я все равно очень-очень рад быть с вами, хотя только на виртуальном виде. Еще я должен извиниться, потому что у меня русский язык довольно такой уличный, уже несколько, к сожалению, пару лет не могу вернуться в Россию, и не знаю, как получится с языком. Сначала мы с Альфредом решили на английском языке делать доклад, но потом перешли на русский. Я надеюсь, что все равно суть доклада будет понятной. Я, конечно, рад и готов обсуждать любые вопросы и объяснить то, что непонятно во время Q&A, во время дискуссии. Значит, у меня такой план был разделить доклад на две части. Сначала говорит о теме халяльного пространства и сравнить халяльное пространство с другими видами пространств, скажем так, связанные с исламским возбуждением постсоветском. Но я не знаю, если со временем нам получится весь доклад как-то пройти. У меня первая часть будет вот это сравнение, вторая часть, если получится, это более историческая, более генеалогическая часть. Посмотрим, как будет. И Альфред, пожалуйста, когда мне пора wrap up, дай знать, я буду. I'll let you know. Нет видео. Да, да. Вот. Но первой части доклада я буду обсуждать, как так называемое, как халяльное пространство дает возможность вести себя как благочестивые мусульмане. И если, то есть через вот это понятие affordance, которое мы будем обсуждать. И вторую часть, если получится со временем, будем углубиться в генеалогию халяльного дискурса как современный феномен. То есть будем смотреть историю халяльного дискурса. Ладно. Начнем сейчас с определением терминологии, что имеется в виду с словом халяль и как я буду использовать эту терминологию в этом докладе. Самый такой ключевой, базовый аспект понятия и концепции халяль – это, конечно, его богословская основа. Халяль – это теологический, юридический концепт, связанный с
кстати, исламским законодательством, можно говорить. Это просто означает на арабском языке то, что является возможным, разрешенным мусульманам. То есть эта концепция очень базовая и существует фактически из времен сформирования исламского фика, исламского законодательства и структуры. Второй способ использования этого слова – это в контексте продуктов и практик, связанные с практикой как раз употребления и с жизнью мусульман. Очень часто как раз используют концепцию халяль в контексте, например, питания, самые известные, самые знакомые случаи, кейс – это халяльное мясо. Но когда я находился на поле, свои знакомые, друзья очень часто меня объяснили, что нельзя ограничить концепцию халяль на область питания. Это гораздо шире. Концепция халяль касается очень широкий диапазон вещей, практик, продуктов, в том числе, не знаю, косметики, финансовые услуги, туризм, транспорт. Наверное, это известный факт большинства из нас, но все-таки стоит повторить. Третий способ встречи, скажем так, халяль или встреча с халялем, это через графика, через сигнализацию. То есть люди и мусульмане, и не мусульмане очень часто встречают концепцию халяль через разные знаки, которые находятся очень часто в городском пространстве. И их стало больше и больше в течение последних 20 лет в Татарстане, Республике Татарстан. Но по всему миру, и мусульманскому, и не мусульманскому, вот эта графика халяль стала гораздо более видимой в течение последних 30-40 лет максимум. Имеется в виду халяль как бренд, халяль как лого, халяль как вывески и так далее. То есть халяль как графический элемент пространства, городского пространства. И последнее, по крайней мере, в контексте сегодняшнего доклада, способ обсуждать или понимать концепцию халяль – это как дискурс. Дискурс означает способ употребления определенного концепта. Надо разделить дискурс из самого концепта. Концепт халяль, как богословский концепт, не меняется. Он так и есть, и там оттуда двигаться невозможно. То, что меняется, это как люди воспринимают и используют это понятие. Даю пример. Словосочетание как халяльный бизнес, халяльный туризм, сертификат по стандарту халяль. Возьмем сертификат по стандарту халяль. Это тема, которая для мусульман Республики Татарстан становится очень, является очень важной. Потому что как быть уверенным, что продукты, которые находятся, которые можно покупать в магазинах, действительно являются халяль. Есть целая инфраструктура, которая проверяет процедуры и стандарты производства. Но сама концепция, сертификат по стандарту халяль, не существовала 50 лет назад, не существовал
200 лет назад. То есть самое, такие словосочетания, это, в принципе, это исторические новинки, это некие новости. Дискурс о халяле меняется в истории, хотя сама концепция богословская не меняется. Нам интересно будет смотреть, как эта концепция изменится или трансформировалась в контексте Татарстана, Республики Татарстан последние годы и десятилетия. Может быть, вопрос, зачем заниматься халяль, что интересного об этой теме и как это... Как может быть интересно художникам или урбанистам, или людей, которые не обязательно специалисты по религии или по антропологии? Я могу ответить, что халяль важен и интересен, потому что это тема, которая сидит в точке прикосновения как минимум трех сфер жизни и опыта. Первая сфера – это сфера благочестия, piety. И что имеется в виду с этим словом? Ну, piety – это важный, но специфический аспект религии. Религия – это огромный какой-то... огромная тема, галактика, внутри которой очень много разных нюансов есть. Piety, благочестие, например, это не теология, это не метафизика. Благочестие – это не внутренняя какая-то там мистическая... мистический опыт, например, или духовность, или вероубеждение. Piety касается довольно прозаичных аспектов жизни. Как мне... благочестие, piety отвечает на вопрос, как мне надо жить, как мне жить. Как мне одеваться? Что мне разрешено употреблять? Как мне надо относиться к другим людям? И так далее. То есть piety касается именно вот этот мелочи, даже можно говорить, мелочей повседневной жизни. И халяль находится в точке прикосновения piety с материей и пространством. То есть, как я в качестве мусульманина, как я в качестве верующего человека должен относиться к материальному миру. Какие материи, какие вещества мне разрешены, какие вещества я могу трогать, какие вещества я не могу трогать и так далее. Но еще и пространство, потому что опять, как я в качестве верующего человека, где мне разрешено находиться, где мне запрещено находиться, какие аспекты окружающей среды влияют положительно или отрицательно на мою духовную жизнь. Вот халяль – это призм, через который все эти вопросы находят какое-то решение, какой-то ответ в опыте людей. Поэтому есть благочестие, материя и пространство. В плане... концептуализации этого отношения внутренней жизни и внешней окружающий мир
есть очень полезный концепт, который я возьму из работы психолога Джеймс Гибсон. Гибсона. Может быть, вам этот автор знакомый, потому что он очень влиятелен в области, например, дизайна, в области архитектуры и графики. Джеймс Гибсон придумал вот этот концепт affordance. Вне темы религии, он не был религоведом, не был специалистом по религии, но посмотрим, если и как мы можем взять эту тему и его адаптировать на, чтобы говорить о религии. Affordance, это слово, означает любое свойство или функция объекта, окружающей среды, которая позволяет использовать его определенным образом или подсказывает, что с ним можно делать. Affordance помогает понять, как можно взаимодействовать с физическими или виртуальными вещами вокруг нас. Самый простой пример affordance – это стул. Сама структура стулья является affordance-ом в плане того, что стулья приглашает нас сидеть на нее. То есть вот это физический объект, свойства которых разрешают и даже им подсказывают определенное поведение. Окей. Я возьму вот этот концепт и как-то его чуть-чуть переработал и придумал вот эту более тонкую концепцию религиозного affordance, религиозных affordance. Что это религиозный affordance? Это любые свойства или функции, или вещества, или просто элемент окружающей среды, которые позволяют, которые вызывают религиозное поведение у людей. То есть это сигнал, что вот надо или можно вести себя соответственно норме ислама, соответственно вероубеждения и так далее. Может быть, если есть среди вас людей, которые занимаются планированием или дизайн и так далее, это как раз важная тема в плане, то есть это способ анализировать пространство и смотреть, где находится и какими объектами являются affordance или какие объекты являются affordance-ами для, например, халялистов. Для мусульман, которые стараются жить по принципам халяль. Если что-то непонятно, дайте знать, я с удовольствием буду постараюсь объяснить. Но главное понимать, что в принципе то, что я имею в виду, это факт, что когда соблюдаешь мусульман, я их называю халялистами, когда халялисты находятся в любой среде, в принципе, они сканируют окружающую среду в поиске affordance-ов. Что есть вокруг нас, который позволяет или не позволяет вести себя соответственно норме ислама. Есть положительные affordance и отрицательные affordance. Например, халяльная еда
это положительная affordance. Хотя лого – это как раз affordance, который подсказывает, что здесь можно употреблять халяльную еду, например. Халяльный сертификат тоже дает такую информацию, что здесь можно быть мусульманами. Короче говоря, здесь можно быть мусульманами. Не обязательно все халяльные affordance должны показать знак халяль. Например, каллиграфия куранская тоже является религиозным аффордансом. В плане того, что она дает некую атмосферу, создает атмосферу и вызывает чувство религиозности и дает людям способ быть религиозно активным. Наоборот, есть еще отрицательные или негативные аффорданцы. Например, не знаю, громкая музыка или неприличные или сексуализированные какие-то изображения. Они, вот это тоже аффорданцы, они отрицательные, то есть они мешают перформанс мусульманства, мешают возможность быть быть тем, что ты хочешь быть как соблюдающий человек. Есть очень разные виды, как я уже сказал, халяльных аффордансов. Самый банальный, наверное, например, но ключевой – это, конечно, еда, это питание, это пища. Но почти все можно халялизировать или можно превратить на халяльный аффордансы. Например, банковские услуги. Здесь, например, вот это кредитная карта казахстанская, я думаю, которая дает возможность пользоваться финансовыми услугами по канонам ислама. Зубная паста, то есть даже вот эти такие очень простые, очень банальные моменты, как, например, просто перед сном мыть зубы, могут становиться моменты, могут становиться возможностями жить по-мусульманскому, жить по исламу. Или даже очень может быть, неожиданно для большинства людей вещь, как, например, как будет по-русски, Альфред, brush? Щетки. 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 Щетки, да, щетки. Они тоже могут быть, их можно халялизировать. То есть главное, чтобы там не было волосы свинины, например, и так далее. То есть мир, окружающий мир верующих людей, тем богаче аффордансов, тем проще быть мусульманином в пространстве. Окей. Сейчас. Можно как-то еще углубиться дальше и сравнивать халяльные места, как, я буду определить халяльные места как пространство, богатые аффордансами. И сравнивать вот такой вид пространства с другими видами пространства, которые появились в городском ландшафте Татарстана, но я бы сказал всего мусульманского мира, но 100% Татарстана в контексте религиозного возрождения последние 30 лет. В контексте этого доклада я буду трогать только трех видов мест или пространств.
объекты религиозного heritage, наследия, спасибо, Альфред, например, Казанский Кремль, Куль-Шариф или старо-татарская Слобода, халяльная инфраструктура, имеется в виду ресторан, кафе, магазины, супермаркеты, где, которые специализируются халяльной продукцией, и религиозная архитектура, то есть мечети. Как они отличаются, чем они отличаются и где больше религиозных affordances. Мне нравится, я люблю сравнивать объекты религиозного наследия и халяльной инфраструктуры, потому что они не могли бы, они очень сильно отличаются, даже больше не могли, мне кажется, отличаться. Но они оба это категории мест, которые появились в на городском ландшафте Казани, например, в последние 20 лет. Объекты наследия, они являются постоянными, они показывают присутствие прошлого в настоящее время. То есть они показывают вот эту длинную континуальность, беспрерывность. Они стабильные, занимают определенное место, это определенный сайт, и они очень часто являются как будет centripetus, центра центра стремительные. То есть это центры в ландшафта. Это публичное пространство, они открыты всем. То есть, если это объект наследия, тогда это не только публичное место, но это даже место, которое привлекает людей разного вида, привлекает туристов, привлекает посетителей, привлекает городских жителей и так далее. Люди сфотографируют, там музей. То есть вот этот магнит-эффект можно называть. Такие объекты исполняют функцию storytelling. Они рассказывают историю. Они рассказывают историю про, ну, вот эти, например, как Куль-Шариф, как старо-татарская Слобода, они рассказывают историю об исламе. Рассказывают историю о месте ислама в истории и современности Республики Татарстан. Они исполняют такую очень важную роль как олицетворение нарративы какой-то. Mm-hmm. И очень ключевой момент, они, вот эти объекты наследства, вызывают или связаны с идентичностью. Кто мы? Например, кто мы, татарстанцы или татари? Можно смотреть на вот эти объекты и получать какой-то вопрос. И очень часто вопрос такой, то есть, кто мы как мусульмане? Что значит быть татарами, что значит быть мусульманами в Татарстане в современном мире? Халяльная инфраструктура работает полностью по-другому. То есть очень интересно, потому что это физические виды, физические места, которые одновременно появились в городском ландшафте, они на каждом пункте очень сильно отличаются.
халяльная инфраструктура не постоянно, она спонтанная, она, во-первых, не имеет длинную историю, она очень часто меняется. То есть вот открывается какой-то там магазин или какой-то кафе или что-то типа того, и через несколько лет все закрывается, и новое место появится. То есть это нестабильное. Это не централизированная инфраструктура, а наоборот, она распространена по всему городскому ландшафту. Везде, где есть халялисты, где есть верующие мусульмане, вот эта инфраструктура появится, но она очень децентрализированная. И не, в принципе, она не могла быть сильно централизированной, потому что люди двигаются, и они должны иметь вот этот возможность найти халяльные affordances, везде они находятся. В принципе, халяльная инфраструктура тоже это публичные места, потому что это кафе, это рестораны, это магазины и так далее. Но очень часто вот эта инфраструктура вызывает какие-то ощущения интимности, можно сказать. То есть это место для своих. Не обязательно, не все, конечно, потому что есть халяльные учреждения, которые, ну, в принципе, очень такие, движуха очень сильная, и разные виды людей есть. Но есть тоже халяльные места, где прямо чувствуется определенная атмосфера, что это место для своих, это место для определенной категории людей. Вот. Как я сказал, в принципе, халяльная инфраструктура не должна tell a story, передать какую-то нарративу, наоборот, она должна вызывать атмосферу. Главное, чтобы верующим людям важно, чтобы в халяльных местах, в халяльном пространстве чувствовать себя комфортно, чувствовать себя удобно, чувствовать доверие, что это место, где можно расслабиться, где можно провести время, где можно доверять, что действительно там все халяль, что есть affordances положительные, но и нету там запрещенные вещи. То есть это место, где вместе идентичности люди испытывают belonging, испытывают принадлежность. То есть это место для своих, для своих. Можно можно еще одну категорию мест ислама или пространства ислама добавить в нашу в наше сравнение. Это третья категория, это религиозная архитектура. Религиозная архитектура – это мечети, это для меня самые парадоксальные или противоречивый пример, потому что в случае религиозных архитектур очень четкое разделение есть между внутреннее пространство и внешнее пространство. Внутреннее пространство – это как раз пространство, богатое affordances-ами. Это как раз пространство благочестия. Но внешнее пространство мечетей – это элемент городского ландшафта. То есть это публичное место. Кстати, может быть, вы заметили, что туристические мечети, старые мечети Казани, вокруг них
всегда такой интересный феномен происходит, что туристы подходят, делают, сфотографируют и так далее, но они не входят или редко входят внутри мечети. То есть порог между внешней подверхностью мечети и внутренним пространством довольно довольно четко и только определенная категория людей имеют или свободно и комфортно переходят этот порог. Поэтому внешняя, то есть внутренняя часть или внутреннего пространства, внутреннее пространство мечети – это как раз место для работы над собой, для, как будет, worship. Молитвы. Понятно, да, для молитвы, для культивирования исламских virtues, исламские ценности. Качества. Да. Качество. Матео, у тебя есть еще 5 минут, а потом мы будем обсуждать, что такое affordance. Это последний, последний слайд. Внутри очень важная тема – это атмосфера, и изнаружи – это нарратива. То есть опять есть вот этот дуализм в контексте внутри, в контексте именно мечети, вот эта поляризация между внутренним пространством и внешним пространством. В принципе, я как ожидал, я думаю, что не будет время пройти часть про историю, но это не важно, потому что это была как-то дополнительную часть. Но буду очень рад обсуждать тему с вами и слышать то, что думаете, и объяснить то, что непонятно было в моем докладе. Спасибо большое, Тео. Я думаю, что у нас много комментариев и вопросов будет. Для начала я хотел, ну, для затравки, может быть, пару мыслей сказать. Во-первых, что если мы представим, что в современном городском пространстве представления о халяле выходят за рамки религиозного? То есть ты все-таки говоришь всегда, что вот те, кто пользуется халялем, те, кто взаимодействует с халялем, это халялисты и это мусульмане. Но у меня такая гипотеза после послушивания твоей речи, что не только мусульмане, не только верующие взаимодействуют с халялем, и вообще халяль является частью вот этого хаотичной повседневности, в которой халяль и не халяль – это такие как бы очень подвижные сами по себе тоже категории, которые, может быть, являются как раз маркером постсекулярного, скорее, нежели постсекулярного мира и пространства, в котором религиозная и светская границы между ними очень сильно размыты. И вдогонку интересно услышать было бы твое мнение по поводу того, что было бы, если бы Кремль стал бы вдруг не только местом наследия, но и местом халяля. То есть что бы ты думал о том, что вдруг там появится не только нарратив, такой grand narrative о великом наследии, но и куча таких вот вещей повседневных, которые наполняют это пространство жизнью халяльной, но открытой не только для мусульман. Спасибо, очень важные вопросы. Я бы сказал, что ты совершенно прав. Кстати, ты даешь мне возможность чуть-чуть поговорить об истории. Да, и давай я сначала первый твой вопрос. You can also speak English if it's easier for you, and it's easier for many of us.
You can try to speak in English. Okay. So I agree with you that there is that development of halal spaces is very much a post-secular development for a series of reasons. Can you see my screen now that I'm sharing it? Yes. Good. So I won't go through the history of the whole thing, but my hypothesis is that the development of a halal infrastructure with all the religious affordances is premised on at least four conditions. The first condition is mass theological literacy. Religiosное просто образование, but the fact that a lot of people care about doctrine. And we have already discussed it, but I do believe that knowledge of theology is very much a relatively modern post-secular phenomenon. Second aspect is an emphasis on personal piety, blagacesti, as I said it. And again, I would say that historically in non-secular worlds, piety tends to be something that is done by religious specialists, by the elite, by the ulema, by the theologians, and so on. But a lot of regular people, rank and file, are not necessarily pious. The third condition, and it's maybe a paradox, but it's not, is the presence of a secularized space. The reason is very simple. The notion of a halal infrastructure is a disambiguity mechanism. It's something that tells you, here, there is something for you. Here are religious affordances, okay? That means that around it, there are no religious affordances. That means that the surrounding space is secularized. Because if you need that a sign that tells you that that specific place has a religious affordance, it means that you cannot find religious affordances everywhere. While in pre-secular contexts, in which, for instance, Muslim Tatars lived within a kind of homogeneous, culturally and socially homogeneous world, this problem of finding out where halal is was less of an issue. Mm-hmm. And the fourth characteristic is an abundance of options. You need to be basically in a consumerist environment in which you enter a shop and find stuff which is halal and not halal. And that is not something that people in a pre-secular environment often have to struggle with, because it's often more kind of simple economic systems. Essentially, people in pre-revolutionary Pavolgia didn't have sushi, or didn't have, you know, like a bunch of, or didn't have McDonald's, Burger King. So the question of whether or not that specific bit of consumer culture was halal didn't even exist, because the choice was very narrow. So yes, this answers your first question. I do believe that the development of a halal infrastructure is a very post-secular phenomenon. And I believe it is the fact that at the same time, in the same period of history, heritage spaces and halal spaces develop, is because both are manifestations of secularity in a certain way. Because heritage spaces, they perform a function which makes sense in a secular world, in which you have to tell people a narrative about the good place of Islam. Which means that Islam has a specific place, which means that, you know, the secular authorities and the secular public want to know about Islam and what the religion is about and where it stands. By the same token, because it's a secular world, you have a minority so far, which is pious and which
needs the halal affordances. But I do agree with you that it's two manifestations of the same process of the secularization and then desecularization. Right. We have another question, Denis. Рахмет Дустам, был очень классный доклад. Вот. На самом деле очень крутое, мне кажется, твое вот предложение насчет халялистов. Звучит смешно, но на самом деле, мне кажется, в этом есть смысл. Да? Почему? Вот это, потому что вопрос встает о границах этой группы. Да? Недавно я читал интересное интервью с православным человеком, который занимается производством халяльного мяса. Вот. И он, не будучи мусульманином, принципиально производит халяльное мясо, и сказал он такую интересную фразу, что халяль – это образ жизни. Вот. И, соответственно, вопрос. То есть получается, что халялисты – это халялисты, правильно, да? Это не всегда мусульмане могут быть, да? Uh-huh. Вот. И второй вопрос по поводу affordance. Вот очень интересный тоже момент, потому что, как я понимаю, что если мусульмане, там, халялисты, по-другому скажем, они, что в данном случае этим affordance является? То есть это значок, например, халяль, да? В кафе каком-нибудь, да, но мы знаем, ну, я, по крайней мере, знаю примеры, когда кафе принципиально не ставит значок халяль, но при этом среди мусульманской тусовки известно, что там халяльное мясо. То есть, как бы, и вот это вот что? Это, то есть, это, как бы, с одной стороны, это не совсем про интимность, потому что, в принципе, туда приходят все, то есть, не только халялисты, не только мусульмане, но, в принципе, кто хочет. Вот. То есть, всегда ли это? То есть, соответственно, вопрос, да, всегда ли это affordance, да? То есть, как это вообще работает в тех случаях, когда публично это не позиционируется как халяльное заведение, но при этом в тусовке, скажем, условно, халялистов это знают. Либо халяль-гайд, ты знаешь, предложение есть, app халяль-гайд. Ты слышал, наверное? Да-да, я знаю, хорошо. Связь, что ли, заведение? Он был на конференции еще, да? Слушал это такое. Ну вот. Ну вот, собственно говоря, под границей, то есть всегда ли это мусульмане, и второй момент – это вот по поводу всегда ли это affordance. Спасибо за вопрос, потому что они полезны. Я действительно использую вот этот термин халялист, потому что мусульманин, ну, понятно, имеет очень много нюансов. Например, в России говорится о этнических мусульманах. Есть очень много, это настолько многозначный термин, который может быть даже слишком многозначный. Я стараюсь как-то определить границы феномена, которым мне интересно как социальный аналист. Поэтому да, то есть в принципе халялисты – это люди, которые интересуются и которые заботятся о халяле. То есть не всегда мусульмане, да? Могут быть не мусульмане, но в принципе, не мусульманами, но в принципе, я бы сказал, что есть не мусульманские халялисты, потому что есть очень много мусульманских халялистов. То есть, понимаешь, сам православный человек не стал халялистом, не стал заниматься халяль, если не было, потому что есть большое количество людей, которые фактически... Это такой исключительный кейс, который существует потому, что есть условия для этого. По поводу affordances, да, но, например, для меня халаль-гид – это 100% это affordance. Это хороший пример affordance. Не все affordances находятся обязательно в стене кафе. То есть там мы говорили уже о двух affordances. Первый – это халяльное мясо, которое мы знаем, что есть. И второй – это как мы знаем, что есть. Потому что есть другой affordance, который нас говорит о присутствии affordance. Поэтому они есть. И можно даже сказать, что сам процесс hearsay, как будет по-русски, когда ты слышишь, то есть сама репутация репутация, does it make sense? Ну, информация, слух. Слух, вот. То есть, если какое-то учреждение имеет
создавать вот эту репутацию, вот эту имидж о себе, тогда имидж сам становится affordance. Угу. Так, у нас есть один комментарий онлайн, и потом Никита еще. Да, я прочитаю, что нам написали в чате. Это вопрос от Радифа. Халяль вышел за пределы ординарных явлений. Он касается всего подряд, от вакцинации до пляжей. Насколько это роднится с diversity? Опять я бы сказал, что это потому, это... Окей. В принципе, то, что вышло за пределы ординарных явлений, это не халяль, это халяльный дискурс. То есть, что так, какие рамки, кто решает рамки ординарного явления или ординарных явлений? Что это ordinary здесь? Потому что теолог, богослов, мусульманский, сказал бы, что опять общий смысл халяль – это то, что это разрешено. То есть, в принципе, в плане теологии, да, пляж или вакцин, то есть вот этот вопрос, или можно по-другому отвечать. Халяль в традиционном смысле – это нейтральная категория. Это просто значит… Все, что можно делать. Это очевидно, что в исламе очень много вещей можно делать. Можно ходить на пляж, можно пить лекарства, можно делать вот это, вот это, вот это. Поэтому, как Альфред сказал, до секулярном пространстве построить определенную сигнализацию, которой все можно делать, это было redundant. Как будет redundant по-русски? Ну, лишним. Ну, в принципе, лишним. Лишним, потому что ну, просто ты знаешь, что ты знаешь то, что является возможным. Сейчас то, что вышло из рамок ordinary, это сомнение. То есть люди спрашивают, что мне можно делать? И поэтому нужна вот эта инфраструктура, которая дает информацию. Но в принципе вот эти рамки, это вопрос о дискурсе, это вопрос о conditions of post-secularity. Mm-hmm. Да. Никита? Да, спасибо огромное, Тео, за замечательный доклад. Вот, я бы хотел немножко примирить предыдущего автора вопроса и ваше рассуждение о халяльном через еще один affordance халяля, который появляется, когда сам термин выходит за конкретные богословские, религиозные, дискурсивные рамки и попадает в город. Мне кажется, что эта категория piety, благочестие, она тесно смыкается с категорией ethics, да, то есть этики. И в какой-то момент расширение халяля на все сферы, вплоть до медицины, да, есть, например, халяльная медицина, предполагает увеличение качества услуг, с одной стороны, и более этичное отношение к пациенту. Поэтому, наверное, приобретение дополнительного affordance ethic, да, для понятия халяля и оказывается вот такой смычкой, да, между религиозным и секуляризированным сообществом. Да. Спасибо. Абсолютно, yes. Я могу просто только согласиться, это стопроцентно так. Кстати, этика имеет тоже многие нюансы, в смысле слова. Есть этика в отношении к другим, и есть этика в отношении к себе и, конечно, к Всевышнему для верующих. И этика как раз в определенном, например, философское и даже антропологическое течение, скажем так, current, тренд мышления, это как раз вот этот
процесс сам роста и процесс самосовершенствования. Развитие личности. Вот. Спасибо, Тео. У нас еще 4 вопроса, комментарии. Тимур, потом Аня зачитает то, что в интернете. Или Варисовна и Мансур. Потом мы должны будем уйти на обед. Через микрофон, да, потому что аудитория не услышит. Только покороче, пожалуйста. У меня очень короткий вопрос. Добрый день. Какие примеры, ну, конкретные, по формам и критериям халяль вы можете выделить для архитектуры и дизайна? Ну, такой краткий пример. Вот небоскреб – это халяль или нет? Ну, такой простой, дурацкий вопрос, да, но, к сожалению, вот придется задаваться. Нет, очень... это серьезный вопрос. Это, конечно, вопрос для... То есть я сам теорик, мне проще обсуждать то, что есть, чем... давать какие-то там, то есть, наверное, лучше спросить у имама или у человека, который действительно как-то имеет право задавать какие-то нормативные, авторитетные ответы на вопрос, потому что я сам как-то могу задавать свое мнение, но это будет просто мнение одного человека. Я бы сказал, что зависит от цели места, то есть какой-то purpose места. От задачи, да. Да. Надо это, на самом деле, это не дурацкий вопрос, это очень серьезно. Мне кажется, что нельзя давать какой-то общий ответ. Надо case by case, любой кейс осуждать специфически и с помощью специалистов. Так, у нас есть комментарии в интернете. Да, я тоже сокращу. Просто Тео там в чате развернулась довольно энергичная дискуссия на тему того, что происходит. И мне в нашем докладе, мне кажется, что она складывается в какую-то единую линию, вот, начиная от вопроса, который я озвучила про халяль как diversity практику, и заканчивая вот таким тезисом, который написал Архип. Понятие халяль, на мой взгляд, соотносимо с понятием йога, как образ жизни, не просто как зарядка, как практика для тела и духа, подразумевая питание. Ты то, что ты ешь. И касается не только еды, а пищи для ума, эмоций, окружения и так далее. Все духовные проявления имеют одни и те же корни, только по-разному интерпретируются территориально в силу исторических событий, и образы транслируются скорее для удобства восприятия локально, нежели являются достоверно подлинными событиями и явлениями. И как-то суммируя все, что обсуждают ребята в чате, и что я сама почувствовала во время доклада, мне кажется, это вопрос о инструментализации некоторых терминов, что вот этот халяльный дискурс, который окружает изначальное понятие, на самом деле уже не имеет ничего общего с этим начальным понятием, а уходит в сферу образа жизни и как бы подчиняется разным нуждам — социальным, политическим и иным. А потом Мансур. Ну, я вдогонку просто небольшие комментарии. То, что на самом деле современность привносит, да, скажем, то, что говорилось об этике, аспектах этики, и, ну, и просто качество, да. Если, скажем, имеется в виду качественность халяльных продуктов, товаров, то это значительно расширяет, ну, только функционализм, да, расширяет круг халялистов, да, потому что вот и любой русский, который желает воспользоваться качественной продукцией, он будет покупать без вот этих всех дискурсивных каких-то наполнений, да, у него будет чистый прагматизм. Вот. Ну и к вопросу об архитектуре, да, тут вот поскольку у Тео в самом начале в презентации были кисточки халяль, да, то я думаю, одним из принципов могут быть халяльные кирпичи просто, да, для небоскреба. Но это так. Спасибо. Do you want to respond? No? Да, давайте. Окей. По поводу архитектуры, я сейчас вспомнил, что важный момент, например,
финансирование стройки, потому что по поводу вот этих нюансов, которые люди, которые занимаются этой темой и заботятся о халяль, они очень часто заботятся о источнике капитала, например. И они знают, что это очень сложно, тем более в современном пространстве, тем более в немусульманской стране, чтобы капитал был халяль. Но это, конечно, было бы плюс, если любой, не знаю, бизнесмен или кто-то может показать, что вот это физическое, вот это здание построено без, например, там всякие нехаляльные финансирования или коррупции или любой момент. Это один совет, который я могу off the top of my head. По поводу образа жизни, я согласен в целом, только я не согласен с предложением, что образ жизни не имеет отношения с первоначальным местом. То есть я бы сказал, что нет, в моем личном опыте есть даже, то есть мы можем всегда как-то смотреть на исключения, на какие-то extreme cases. Да, можно так делать, но в принципе для большинства халялистов вот этот активный engagement с богословскими темами, это есть. И мне кажется, все-таки основа дискурсивного явления. И потом третий момент, уже не помню. Можно? Да, Мансур, и мы выходим. Привет, Матео. Раз ты заговорил про капитал, у меня такой марксистский вопрос. Материальная культура – отражение господствующего, ну, отражение взглядов господствующего класса, как писали раньше в книгах, сейчас это не модно. Исходя из этого, мое наблюдение, что в Казани как раз мусульмане в какой-то степени являются господствующим классом. Слава богу, мусульмане богатеют, есть возможность зарабатывать, приобщаться к высокой культуре. И я наблюдаю отражение этого, вот, примеры того, как эти эстетические взгляды там, элит, они преображаются в мусульманской структуре. И вот яркий пример – это мечеть Ирик, которая находится на набережной. То есть если изнутри, она... Ну, отличается сильно от тех мечетей, которые, например, строили в 90-е, или тем более от мечети, которые находятся в деревне. У меня вопрос про эстетику. По мере того, как богатеют мусульмане, можно ли обнаружить на какой-то короткой дистанции, как меняются их эстетические взгляды, вкусы, и влияет ли вот, материальное состояние, материальность на эстетику? И у меня вот такой короткий вопрос. Может ли быть вот в халяльной столовой халяльное вино? Спасибо. Хорошо. Спасибо, Мансур, братан. Я вспомнил предыдущий вопрос, и это как раз касается вопроса Мансура. В Гибсоне, в смысле Гибсона, affordance – это, да, это фичер, это элемент внешнего, ну, реальности, но с другой стороны, восприятие affordance зависит от субъективности. I'm going to give you an example. Например, в природе, как будет current, air current? Кругосвет воздуха. Циркуляция воздуха. Циркуляция воздуха. Вихрь. Будет, I'm getting there, trust me. Циркуляция воздуха – это affordance для птиц, но не для людей. Потому что для субъектов, которые имеют, ну, уже как-то имеют какой-то способ использовать или делать какой-то резонанс с аффордансами, тогда аффорданс есть. Если ты просто не, если у тебя нет ног, стул – это не аффорданс, потому что ты не можешь там сесть. Понятно? Поэтому это то же самое. Например, для
не халялистов, вот этот кафе, о котором Данис раньше говорил, это там affordances нету, потому что их, то есть вот эти люди просто их не видят, не могут видеть, не могут, они не сканируют окружающую среду через такой призм, через такой диапазон, поэтому они просто не знают, что такие affordances есть. Там, может быть, даже не замечают, что там каллиграфия есть, потому что им не важно, они не знают, что это за каллиграфия. Поэтому affordance – это что-то, которое находится между субъектом и среде. Это не просто какая-то объективная часть реальности. Поэтому, да, много из это последний вопрос тоже зависит от людей, зависит от того, что важно для определенной категории людей. И поэтому это значит, что афоризмы меняются с наблюдающим. И я не могу говорить, что все халялисты – это одна гомогенная группа, потому что нет, это не так. И действительно, ценности и шаблоны, и даже в какой-то степени мировоззрение этой группы халялистов меняется внутри и со временем. Поэтому, например, Мансур, да, я согласен, что вот это, что развитие халял двигается одновременно с развитием, например, среднего класса. И есть, ну, это не только в Татарстане, это по всему мусульманскому миру. Развитие буржуазии совпадает с развитием благочестия. И это, конечно, не большой сюрприз, что помимо этических ценностей, у людей тоже появятся определенные эстетические ценности. И помимо этические и религиозные affordances, можно, наверное, еще добавить эстетические affordances. То есть, что люди, что вызывает эстетические чувства, чувство красоты, чувство вау у людей, чувство, или просто чувство класс. И поэтому, да, я считаю, что халяльная инфраструктура в том числе может выражать эстетические affordances халялистов. Почему нет? We can afford halal culture. Спасибо большое, Тео. Несмотря на то, что тебя дома уже очень темно, мы с тобой, и ты с нами. Очень было интересно, продуктивно. Я надеюсь, мы еще продолжим сотрудничество, и тематика халяль-пространства, халяльной культуры будет еще длительное время важной для Татарстана, для России. Спасибо всем, спасибо, Тео. Извините за хромающие русские, но я надеюсь, что все равно было интересно. Спасибо.